первом, втором будете рады. Хотелось бы поздравить ребят, болельщиков наших с победой. С победой в сложных условиях. Я имею в виду климатические условия. Дождь, тяжелое очень поле. Тем не менее, игра проходила практически всю игру с нашим преимуществом и территориальным игровым, с хорошим контролем мяча. Строго очень сыграли в обороне. Практически не дал шансов таких реально, которые могли бы закончиться взятием ворот. Ну, претензии есть небольшого характера группе атаки у нас. Те моменты, которые мы создавали, тот оперативный простор, который возникал у нас, особенно во втором тайме, зоны, использовали свои скоростные качества, использовали, а вот именно в концовке либо не хватало последнего паса, либо как ситуация с Касьяном сейчас на последней минуте исполнительского мастерства. Так, в принципе, я игрой доволен, ребят, отношением в таком сложном графике с переездами. Во вторую игру играем подряд на выезде, с переездами, со сменой грунта. Со Спартаком мы играли на искусственном поле. Здесь очень тяжелая игра на мягком поле после дождя. Все, поэтому очень благодарен ребятам за качество игры. С победой всех еще раз. Спасибо. Такой вопрос по игроку, бывшего экс-игрока Торпедо Виталия Шахова. Как он команду влияет? Виталик, я скажу, что парень, который, скажем так, фанатично предан футболу, и то, что он закрепился, я очень рад, потому что он закрепился в основном составе, и на протяжении практически всех тех игр, которые он проводит в основном составе, он один из лучших. Но у нас команда сильна командными действиями. Но он именно вот и изюминку внес, и силен он очень при стандартных положениях. Естественно, что с учетом его габаритов, он на сегодняшний день 4 мяча забил. И не случайно он после уже нескольких туров подряд входит в символическую сборную по итогам определенного тура. Все. И я очень доволен его отношением и к тренировочной работе, и к играм. Все. Я считаю, что он вырос очень хорошего игрока. Пресс-конференцию. Олег Георгиевич, комментарий к матчу первого-второго. К матчу, ну, опять начали как в прошлый матч. Не один, можно сказать. Смотрите, я уже 15 поставил. Второй штрафной, где играли там. 4 стандартных положения, пропустили, пропускаем гарантию. Невнимательность. Скорее всего. Потом, в принципе, при равной игре. В равной игре не смогли, были моменты, да, хотя они тоже были. Не смогли реализовать. Такой вопрос. Мы все верим и надеемся, что он наконец-то начнет забивать, выигрывать. Больше сбивать, чем один мяч. Присматривайте игроков вот, на зимний трансфер вообще сейчас есть какие-то позиции. Не будем говорить кто что, но вообще есть на примете ФНЛ игроки, которые могут перейти. Сейчас меньше всего это нас должно волновать сейчас, в данный момент. Говорить сейчас об этом уже смысла уже нет. До декабря месяца все равно никого не будет, не появится. Но... Так что должен все это все вытаскивать наверх. Это все те, кто есть здесь. В чем главная проблема? Во всем. Одной проблемы не вижу. Несколько. Подробнее. Ну, перечислите, что вы считаете самым таким серьезным. Подробно перечислю футболистов наших. Естественно, не здесь, журналистов. Ну, а хотя бы коротко, чего не хватает для победы? Если коротко, то голов не хватает, прежде всего. Да, пропускаем, опять же, пропускаем даже не с игры, а стандартное положение. Не забиваешь, если глобально брать весь чемпионат, забив там 5-6 мячей за все игры, за эти, понятно, что нереально выигрывать. В лучшем случае ничья. Угу. Гол – это результат, а чего не хватает, чтобы забивать голы?
реализации не хватает. А для реализации что не хватает, то, что вы спросите? Возможно, мастерства где-то не хватает? Удар. Можно... 4 удара по воротам нанесли сегодня. Если по воротам ударить, надо все хотя бы к воротам подойти. То есть мастерства – это главное, чего не хватает? А везение, везение. Есть моменты, где везения не хватает. Сейчас последнее время, не говорю, что все время до этого было, последнее нам все залетает. Все, что можно. Туда ничего не залетает. Даже с 4 ударами. Какие-то перестановки в команде планируете? Какие-то вот стратегии, может, что? Постоянно, не то, что планируем, постоянно кто следит, постоянно видит. То есть и схему меняем, и игроков меняем. Вот пока один и тот же. Еще есть вопросы, Игорь? А уже сделали какие-то перестановки с игроками? Новых ввели или что? Сегодня все по сравнению с той, сегодня 4 новых. 4 новых игрока. До этого 5 новых игроков. Ну, новых. Не новых, а все те же. Что ждали? Вводили новых игроков, чего хотели. Вот что, чего ждали? Какого результата, чего не получилось? Допустим, больше острых моментов, чтобы создавали. Там в нападении, в защите лучше, вот поподробнее. Вот это все. И в защите, чтобы лучше играли, и в нападении, чтобы лучше играли, и больше создавали, и больше поворотом били, чтобы больше забивали. Естественно. Олег Георгиевич, а что можете о сопернике сказать сегодня? Все-таки не самая посторонняя для вас команда. Ну, хорошая, добротная команда, хороший подбор игроков. Но она может зацепиться за стыковую матч. Я же не провидец откуда. Может она зацепиться. Не, ну по такой игре вот с кем играли. Ну, могу сказать, что там чем-то там превзошла там другие команды. Допустим, по сравнению, ну, именно в наших играх. В других играх, возможно, лучше выглядит. Ну а одному голу в этой игре мы рады. Это уже какой-то результат или в принципе по результату это. Без разницы. Не рады. Не радует. То есть хоть 1-2, хоть 2-5, все равно. Ноль очков.